Занятие живописью – это не только интересное занятие. Оно хорошо развивает память и внимание. А написание икон благотворно влияет на душу. Иконопись – это вид живописи, обладающий своей неповторимой эстетикой и технологией. И это может стать для вас новым увлечением. Почему вы пишете иконы? Когда я беру кисти, краски и начинаю писать иконы, душа успокаивается, приходит умиротворение и наступает тишина. Раньше я долго искала такое занятие, чтобы погрузиться в него с головой, чтобы уйти от суеты. И как вы пришли к написанию икон? Я раньше, как и многие, смотрела телевизор, пропадала в соцсетях, пока однажды не поняла, как бесцельно уходит мое время. А это моя жизнь, и она проходит. А сейчас у меня есть любимое дело, которым я занимаюсь с удовольствием. А мои родные, близкие радуются, когда я им дарю иконы. Меня зовут Елена Стажук. Я мастер-иконописец с 20-летним стажем. Основатель и руководитель Русской иконописной школы. Хоть это и кажется невозможным, но техника иконописи по разработанной мной методике обучения позволяет обучиться в любом возрасте. И для этого не обязательно иметь художественное образование или обучаться с детства. Свою первую икону мои ученики создают всего за 60 дней. Друзья, приходите на мой бесплатный вебинар, где я вам покажу, как начать писать иконы. Даже с нуля и без художественной подготовки. Вы начнете осваивать новое занятие и откроете для себя интересный мир искусства иконописи. Жмите на кнопку «Записаться» и приходите на вебинар и получите массу новых впечатлений.